В преддверии наступления нового срока уплаты имущественных налогов за 2020 год, а это 1 декабря 2021 года, хотелось бы предупредить о неисполнении налогового законодательства. В настоящее время всем налогоплательщикам направлены налоговые уведомления об уплате имущественных налогов со сроком уплаты 1 декабря 2021 года. И если по наступлению срока уплаты налоговая обязанность по уплате налогов не будет исполнена, то налоговым органам будут применяться меры принудительного взыскания. А именно, в адрес налогоплательщика будет направлено требование об уплате задолженности, по истечению срока которого, если обязанность будет не исполнена, то налоговым органам будет направлено заявление о взыскании за счет имущества в судебные органы. Далее суд вынесет судебный приказ, который направляется либо в банк для удержания за счет денежных средств налогоплательщика, либо в адрес работодателя для удержания заработной платы, либо в службу судебных приставов, которые, в свою очередь, применят следующие меры взыскания, как арест имущества с целью дальнейшей реализации его, запрет на регистрационные действия имущества, запрет на пользование денежными средствами, запрет на право выезда за границу. Поэтому еще раз хотелось бы обратиться к налогоплательщикам, кто до настоящего времени не получил налоговое уведомление, либо по каким-то причинам не оплатил задолженность за предшествующие налоговые периоды. Пожалуйста, обратитесь в налоговую инспекцию и проконсультируйтесь о наличии либо отсутствии задолженности. Так как если вы не исполнили обязанность по уплате налогов в установленный срок, задолженность ежедневно будет расти за счет начисления пеней. Спасибо за внимание.